Дорогие медицинские работники, примите самые искренние и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником. В этот день по-особому хочется поклониться вам за ваш тяжелый, непростой и так необходимый для нас, граждан, труд. За то, что вы работаете круглые сутки практически. За то, что в Пензенской области за последние годы в развитии услуги в медицине сделан огромный шаг. Действительно, сделано очень-очень много. И по строительству, капитальному ремонту больниц, поликлиник, оснащению современным высокотехнологичным оборудованием, повышается квалификация врачей, уровень становится все выше и выше. И действительно, это огромный труд, огромная ваша заслуга. Отдельные слова благодарности, конечно же, нашим ветеранам, ветеранам медицинской отрасли, которые многие годы назад создавали медицину, очень много сделали для ее развития и сегодня трудятся в медицинских учреждениях и оказывают людям необходимую медицинскую помощь. В этом году мы 4 поликлиники, к концу года поликлинических отделений мы завершим капитальный ремонт. Принято решение о выделении денежных средств в Терновке, в новом массиве приобрести поликлинику. Я надеюсь, что к сентябрю месяцу она заработает. Это тоже очень-очень важно. Конечно, сегодня очень важная задача стоит перед нами, чтобы в условиях сложной экономической ситуации не остановить строительство перинатального центра, ибо он сегодня нужен для нас, для женщин, для детей будущих, новорожденных. Это тоже очень-очень важно, и это очень важная задача, которую я ставлю и перед собой, и перед правительством Пензенской области, Министерством здравоохранения. Дорогие друзья! С праздником вас! Спасибо вам за то, что вы есть. Здоровья вам, счастья, благополучия, чтобы сами не болели и нас лечили. Низкий вам поклон. Посидела с горя ты до срока в год. Тяжелый 43-й мат. Домой!
поздравления с замечательным праздником, днем медицинского работника, днем людей милосердия. Медицинский работник всегда был, есть и остается почетным, уважаемым человеком народа. Отпускаю я птицы из неволи, все, что для меня было и звалось любовью, открываю золотую дверцу с глаз долой и прочь из сердца бьются два крыла. Любовь головка да забубенная, ой.